Сразу после семейно-развлекательной части фестиваль «Энергия вторжения» вернулся к привычному формату. Собрал на одной площадке поклонников музыкальных молодежных субкультур. Самые яркие моменты концерта в следующем сюжете. Все тот же день молодежи, но другая сцена и совсем другая публика. Пройти мимо этой площадки не представляется возможным. Громовые раскаты рока слышны далеко за пределами пляжа. Excellent, The Narcos, «Скелет в шкафу», «Полемика», «Регион С», «Ленин Блюз», «Horse & Code». Вот далеко не полный список рок-группы рэп-исполнителей, которые вышли на сцену юбилейного 5-го фестиваля «Энергия вторжения». В этом году у нас очень большой состав групп. 5 групп из Братска и 5 также из Усть-Илимска. Программа получилась очень разнообразная, очень насыщенная. В этом году мы смогли удовлетворить вкусы, наверное, каждого зрителя, даже самого искушенного. Но ты такая одна, а я, возможно, тролли. Только ты знаешь моего сердца пароль. Прошу, спрячь его и храни его вечно. Ведь ты моя красавица, я твое чудовище. Стоять! Это жизненная штаба не напрасна. Были эти жертвы. Хвост! Но свои проблемы, штаба это тема. Пошли мешало. Хвост! Никогда не играем в одном стиле, то есть у нас либо new metal идет, либо альтернатива, либо рэп-кор. Потому что если работать в одном направлении, это примитивизм, это рамки, а так, когда много чего делаешь, это намного интереснее. Впрочем, подобные музыкальные политики придерживаются далеко не все исполнители, потому что знают, на «Энергию вторжения» поклонники приходят не только за новинками, но и за старыми, добрыми, знакомыми композициями. Она работала до ночи, а когда не приходили друзья, в первую очередь люди хотят отдохнуть правильно, выплеснуть какую-то энергию, какие-то эмоции, поделиться ими с другими и просто приятно провести время. И, конечно, посмотреть на самых сильных мужчин Усть-Илимска. На фестивале «Энергия вторжения» таковым легко покорялись тяжелые бревна и другие нестандартные снаряды, в числе которых можно было заметить и людей, и автомобили. Плавно, не торопясь, приближается к финишной черте. Также плавно к финишу приближался и фестиваль «Энергия вторжения». Под занавес этого мероприятия поклонников усть-илимского рока порадовали неожиданные гости. Группа ЛСД, выступившая при поддержке музыкантов из Санкт-Петербурга. Ольга Гайфуллина, Алексей Канунчик. Специально для новостей ИРТ. Это был первый.